Пишу тебе это письмо, и одна лишь мысль терзает меня. Горько сознавать, что все могло быть иначе. Неудачи преследовали нас, и самая первая из них — ошибка, за которую приходится расплачиваться ежечасно, ежеминутно. Та, что снаряжение экспедиции я поручил Николаю. Молю тебя, не верь этому человеку. Можно смело сказать, что всеми нашими неудачами мы обязаны именно ему. Не только я один. Весь экипаж святой моей шлет ему проклятие. Не только я один. Весь экипаж святой моей шлет ему проклятие. Не только я один. Весь экипаж святой моей. И знать не хочет про наши беды на берегу. Эй! Море
находимся у наших ног. Как вы, наверное, заметили, в этом номере, ну, те, кто хорошо знает спектакль, роль, партию сугубо положительного персонажа, отца Сани Григорьева, исполнил Олег Кузнецов, который воплощал вообще-то образ злодея Ромашова. Не удивляйтесь, в ходе этого концерта многие актеры предстанут перед вами в довольно необычных амплуа и ипостасях. Наверное, в общем, и для себя тоже. Зато следующий номер прозвучит